И все, привет, я только закончил последнее видео, смотрю, вон он плывет, упырь. Ой, я думал, он вперед поплывет, он остановился. Да ты смотри на него. Ты куда плывешь, алло? Хозяева нет дома. Да ты урод, блин. Как мы из-под воды стреляем, упал? О, что-то попал куда-то. Утырок, ты куда плывешь? Есть еще одна. 10 патронов уже потратил. Если не больше. Ой, 3, у меня всего лишь мало. Не так, так это. В смысле у тебя? А, ты его так откинул. Ну пофигу, вот его главное, что есть. Еще скрабик даже получили. Даже патроны СВД. Фу, блин, на винтовку просто так не СВД. Не СВД, а, короче, ладно, винтовка дальше. Курочки мои, курочки. Одна, правда, но. Я же говорю, хотел, короче говоря. Я не успел. Подожди, ага, вот, чтобы они производили этот вот не помет, собирался, то надо вот. По-моему, у меня вот этого нету, надо сейчас крафтить, если так есть. В принципе, у меня все есть. Ага, а тут энергии нету, как я буду ее апгрейдировать? А, здесь не надо энергии. Фу, блин. Вообще хорошо тогда. Точно не надо? Ну, а. Не надо, вот это что такое? Блин. Вот это номер. Придется опять устроить по-новому, ставить генератор сюда, еще генератор сделать, нагнать энергию. Да. Ладно. Еще в этот масс. О, короче, ясно. Короче, не все так просто, как кажется. Сейчас развожу всякое барахло по сундукам. Ну, вот вроде как раскидал. Ну, смотрите, сколько уже? 50 штучек. Переплавилось, нехило. Весьма нехило. Давайте еще сделаем. Сколько мне энергии хватает? Еще 2 штучки можно сделать смело. Это пока здесь пока полежит. Можно будет уже стеклянную сету вот. Так, ну, закрой. Так, там вроде как надо был свиток, да? Слиток, 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 есть один. Так, это я взял. И скраб, по-моему, нужен был, если не ошибаюсь. По-моему, какой-то скраб нужен, да? Аж 3 штуки. Аж 3 штуки. Возьмем 3. Хватит. Ой, не туда. Так, вот и все. 6, сделаем стеклянный пол. Давай воду возьмем. Пороха. Не следовало. Скинем все, что надо для растений. Зарядим. Вот хорошо. Так, ты пока расти. Так, у меня там что есть в этом сундуке или нет? Ничегошеньки нет. Так, 3 этих есть, хорошо, давайте кожу. Сейчас крафтим еще немножко вот этого вот. Перья, блин, зачем, блин, перья нужны? Он не скажет. Да, не густо. Ну, да сколько будет? Так, о, уже второй стак пошел. Так, давай-ка семена. Да, блин, одна штука. Из 3 этих вот одна. Да куда ты выперся, блин? Давайте воды еще поднаберем. О, кстати, стеклянная фиговина скрафтилась. Зашибись.
Курица туда надо проверить. В принципе, я только там был недавно. Что с ним не сделается? Посадил, еще вырастил, все ушло. Ну да, там же было не только это. Вот, все хорошо. Так, металл еще на... Так, сколько там? 236. Ах, хватит ему до вечера еще и накопится. Скинем. Так, стеклянную установим сейчас штуковину. Посмотрим, как она вообще, что она себя представляет. Не, не так. А как она должна быть? Ну, стекло странное, такое, такое ощущение, что оно как в трещинах вроде. Вообще оно больше похоже не на стекло, оно как будто как мрамор какой-то, только прозрачный. Только прозрачный. Ну ладно, тоже неплохо. Что будешь привлекаться. Вот сделаю, короче, окантовку такую вокруг базы. Возьму типа балкон, короче, с прозрачной крышей, ну и стенки такие, сам купол, короче, будет у меня здесь. Поставлю этих побольше, пускай все растет, но это все потом. Это кто там трется возле моего курятника? Не заяц ли случайно? Сейчас посмотрим, посмотрим. Так, ничего себе лишнего не так, да, кроме дерева ничего нет. Это была курица. Это не моя курица, так что ладно, пускай ладно. Так, что тут у тебя? Скоро левелапнется. Еды и хватит одной. О, вижу, 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 сундучок. Интересно, почему этот охотник начал на меня нападать? Медведь, не нервируй меня. Мне жир нужен, а ты как раз третьего левела жирный. Да, поспешил я, конечно, разбирать эту фигню, ну да ладно. Чуть я не подумал, что надо было апгрейдить. Да, поспешишь, людей не смешишь. О, так и серия будет называться. Чё бы нет. Чё бы, собственно говоря... Нет, вот. Еще песочек. О. Ламинарии. Всплываем, всплываем, давай, 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 давай. Наверху камешек есть. В смысле, это не камешек. Растение. Бери, 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 не стесняйся. Это подплыви. Камешки мешает. Ну, мало. Не надо мне там хватиться. Была мне уже серия, наверное. Скупую платье дважды. Пожалела птичку, блин. Так, куда я подплылся? Дальше, правильно. Вот это минус. На ту сторону поплыл. А, это чикен. Чикин, два чикина. Один из вас будет мой. А возможно даже и два. Цыпа, 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 цыпа. Хорошо. О. Долина лута, я... жди меня. Нет, ну конечно, дерево я пропускать не буду. Тем более этих личинок скормил много. Курям. Да в принципе у меня их там полно. Ни много, ни мало. Так, готово.
Это мне кажется, или там сумка лежит? Да, всего лишь предательская тень. Так, металл какой-то. Возможно, медь. А возможно, и металл просто. Тоже, в принципе, мне уже надо металл ставить на переплавку. Надо, пускай стекло сначала полностью выйдет. Сейчас посмотрим еще здесь. Фигня. Ничего нет. Ладно, погнали в долину лута. Там, я думаю, найду еще себе. Опять же что-то. Короче, я должен построить все сразу. То есть генератор. Потом фабрикатор массы, потому что мне не будет там возможности. Она не будет на... О, зернышко. Ну ладно, в следующий раз пойдет. Уже две доски. Дружок. А где ваш? Вон он, трое, три дня, не-не. У меня с собой столько патронов нету, чтобы с вами связываться. Хорошо, я заметил. Обычно я щелкаю таблом. Нифига не вижу и постоянно на них нарываюсь. Но этот раз повезло. Ой, да ладно тебе там. Бубнишь. Да, замедление. Я пошить волчара. Жалко, что хищников нельзя друг на друга натравливать. Допустим, волка и медведя. Было бы неплохо. Опять этот сундук здесь. Ой, ладно. Ушел так ушел. Это, наверное, тяжело проще этот вот разработчику сделать так, чтобы хищники разные были. И еще взаимодействовали между собой. Может, когда-нибудь и добавить, что нет. Охотника там уже добавил, что звери их жрут. Возможно, и хищники когда-нибудь будут, медведь с этим своком будет там цапаться. По-хорошему, да, так-то должны эти вот. Волки на зайцев охотятся. Это курица, блин. Валяй сюда. Вижу. Ого, круто. Стрела ушла куда-то сюда. Скорее всего, я уже не найду. Но посмотрим. Чит, стрела, нашел. А он и заяц. Идешь. Блин, ушел. Косоглазый. Ну, я был прям совсем рядышком с ним. Не отпущу, он где-то сюда пошел. Тихонечко. Подберем веточку и уйдем. Ладно. Живи. Живи, кролик. Или заяц. Вот он. Да-да. Сюрприз. Так, железо, железо. Медь, медь, медь. Медь, железо. Всего и побольше. А вот тебе вообще ничего не дадут. Ладно, не дадут, так не дадут. Показалось, что что-то там есть. Но нет. Так, надо подрубить дерево, мне же все-таки надо доски. Фундаменты, все такое прочее. Так, делаем сразу. Оп. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Еще фаберочек, отлично. Пока что-то долина лута себя как-то не оправдывает. Кроме файбера, я еще ничего не нашел. Металла даже нигде нету. Хотя, может, и не сильно внимательно смотрю, но так стараюсь. Все сразу не ухватишь глазом. Так, нырнем сюда.
сюда веточки. Курицу надо покормить будет. Что-то помидоры как-то раньше, по-моему, больше давали, чем сейчас. Что-то тоже, блин, пофиксили. Надо выгул, конечно, обязательно сделать, но что? Без выгула больше одного животного, ну как, можно, конечно, надо постоянно там их кормить. Короче, это накладно получается. А вот когда он будет с вами гулять будет, это уже другое дело. Они же не так быстро много еды тратят. Давай, давай, вылазь. О, медь. Зашибись, вот это хороший камень. Почти никогда не подводит. Да, блин. Есть. Купер. Обычно наверху что же бывает. Ух. Вот это да. Спасибо, камешек. Столько меди. Шикарно, 15 единичек, уже хорошо. С одного камешка. Ой-ой-ой. Это я оплошал. Маленько. Слишком высоко было. Я думал зацепиться пяточкой, но нет. Так, мне еще надо дерево, 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 дерево. Так, сколько там где-то? 7. Еще 3. Опять же нахудалит одно, если 5, на эту, как его, на стенку. Еще надо, дай сюда. Угу, ягодка, хорошо. Так, не пора ли там курицу съесть? Или зайца, не важно. Подкрепиться. Это у нас кто? Это у нас чикин. Чикин мне пока не надо. Медь, 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 вижу, 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 вижу. Давай, 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 давай. Полез. Сегодня медный день. Так, и что это у нас? Просто железо. Ну, тоже возьму. У меня уже дохрена этого железа, но... Не стоит таким брезговать. А где, где залез, там и сплась. Так, что у нас еще тут есть? Где все эти ящики? Так, по-моему, тут еще где-то камень должен быть. Хорошо. Кожа дополнительная. Кстати, курица. Ага, ага, замечательно, восстановим баланс деревяшек. Так, что там ключ какой-то лежит. Не вижу пока сумка или что там. Что-то лежит возле куста. Ага, семечко. Дайте мне семечко на этот вот. На катон. Банан тебе, говорит, а не семечко. Так, съедим-ка еще одну эту штучку. Это можно даже съесть. О, хорошо. У меня еще есть? О, у меня еще есть. Сейчас сделаем еще. Сколько там? 4. Блин, надо опять восстанавливать древесину. И что бы древесину неплохо было бы и не брать с собой. Крандуша. Костер, 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 я забыл, по-моему, подкинуть дрова, ёлки-палки, опять сейчас приду. Ну, спички есть, но, в принципе, можно и спички сделать, с примитивного этого. Так, все. Медицинское растение храняешь, зараза. Уходим. О! Так, 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 он там не бурчи. Кто-то еще где-то горчит за спиной. Наверное, волк.
О, да ладно. Надо еще одну пару сделать досочек. Стрел много не бывает. Что-то там нет, что ли? На камне. Сейчас проверим. Нет, это железо просто. Не тоже неплохо. Тоже неплохо. Сколько там же? Уже неплохо. Действительно уже неплохо. Можно уже потихоньку управить стопы домой. Что там? Угу. Думаю, что показалось, но нет. Так, 4-5 плац. Я уже считаю, могу снова сделать этот вот, как его. BC этот. Показал, что тут болгарчик. Я уменьшил немножко громкий звук. Потому что там писали в комментариях, что игра громче, чем я разговариваю. Поэтому я уменьшил где-то на еще процентов на 25. Примерно где-то. Надеюсь, поможет. Не буду больше писать, что игра громче, чем то, что я говорю. Конечно, сырое поменьше приносит, но все равно. Не хочу я. У меня там полно еды. Плюс еще будет курица. Она дает куда лучше мясо. Хорошие стрелы. Кстати, вы заметили, что металл появляется на одних и тех же местах. На одних и тех же камнях в одном и том же месте. Если запомнить примерно тайминги, ну как, наверное, то они меняются, наверное, со временем. Но если постоянно играть, я имею в виду беспрерывно. Не так, как я по серии одну записал, вышел из игры и на следующий день там еще зашел или как-то там, как получается. А, патрончики, хорошо. Так, пошли, пошли. Еще поковыряем немножко деревьев этих больших. Посмотрим насчет металла еще. Ой, блин, опять кролик ушел. Ой, зараза. Лево или право пошел? Так, ладно, металл есть. Просто железяка. Железяки много набрал. Это что? А, блин, я думал, это медь, это... Это тень. В смысле, солнце. Ага. А, это курица, ладно. Плевать. Берем-ка запасы. Так, что-то мне еще надо, мне еще скраб нужен. О, 4, еще 2 скраба, и я буду снова сделаю этот вот маячок этот для крафта. Ой, а, нет, показалось, что 2, но нет. Блять, ты посмотри, как... Ну, как прикалывается игра. Знаешь, что у меня нет этой отмычки, блин? С собой и постоянно дает этот ящик. А когда ищешь ящик, там банально его найдешь. При всем желании. Курица, вали отсюда, пока я за тобой не побежал. Ну, 21 стрела нормально. У меня там еще ящик лежит. 30-ка. Блин. Как-то я чуть не пропустил. Ну то на всякий случай, мало ли вдруг там нападут, у меня патроны закончатся. Так, на черный день. Так, он что-то там наверху. По-моему, ничего. Да холодает. Уже 3 градуса. Что мне надо сделать? Блин, все надо делать, и то это. 3-10. Так, возьмем еще немного древесинки. Но лишнее никогда не бывает. Так, понеслась. На этих камнях тоже, ну, редко появляется. Это вот. А вот файбер, действительно, вот он спавнится везде. То есть у него нету, как у металла.
насколько я заметил, он просто вот в любом рандомном месте, действительно, на любой поверхности, на которой можно заспавниться, он появляется. И снова седая ночь. Бляха-муха, опять не видно ни черта. Ну да ничего. Хорошо, что есть маячок, который сидит. Так, это курица. Иди сюда, это волк. Правильно, правильно, поворачивай курица, поворачивай, поворачивай. Ну куда ж ты, куда? Медведь, волк. Ты за мной. А я за курицей. Ну блин, иди сюда. Ночной забег за курицей. Блин, ну уже не буду поворачиваться. Иначе сейчас стану обедом. Недвижательный. Отстали? Ладно, фиг с ним. Ну курицу. Хотелось курицу поймать, но облом. Тут интересно. Смотрите. Что-то ходит третьего левела. Медведь. Значит, он мочил охотников, что ли? Так, а если я его сейчас убью стрелами? Попробовать можно. Блин, только попасть бы еще немножко. Есть. Ай-яй-яй-яй. На тебе. О, красавчик, ептик. Оп. Нехило так, 4 куска жира. Спасибо. Блин, это же не тот камень. Думаю, почему нету? Кстати, где моя стрела? Да плевать, короче, на эту стрелу я уже не найду ее. Думаешь, она стрела. Сейчас посмотрим, что там с курицей. Что у нас? Курочка, живая ли она? О! Ну, хорошо. Так, и на этом спасибо. Да нормально ей вообще. Яйцо еще, правда, не снесла. Так, на тебе вот этого. У нас есть мясо, блин. Не хочет, зараза. На тебе водоросли. Ну, ей хватит. Так, надо водички принести. Да, надо здесь сделать, кстати, этот. Как его? Надо сундук сотворить тут. Сейчас пойдем сгоняем по воду. А собственно говоря, зачем мне туда гонять, если я могу сделать здесь сундук поставить? Я же его могу поставить на пол или нет? Или мне тоже нужен фундамент? По-моему, наверное, фундамент нужен. Да, блин. Не одно под другое. Ну ладно, фундук все равно пригодится, поэтому. Ну, хотя что же нет, я могу и фундамент построить. Вообще без проблем. Ты главное держись, курица. Я для тебя уже даже канистру сделал тут. В смысле, канистры, как его, блин. Фляга, вот. Пока вспомнишь, как что называется. Ну, крафься давай. Так. Вот тут сейчас воткнем. О. Вот так нормально, чтобы я тут не цеплялся за него, когда буду бегать. Кормим, в смысле, попоим водичку, водичку, блин, курицу, попоим. Еще разок. И еще разочек. А куда ж ты, блин, лезешь? Второй левел, красавица, ты не кажешь, что тебе пора курочку, да, в смысле... Два куска мяса. Ну, все равно уже. Не-не-не. Не будем пока еще так рановато ей на убой идти. После 10 левела. Да-да-да. Так, на тебе. Черюков сюда скидывать буду. А почему медицинской травой нельзя кормить? Это же было бы логично. Но, походу, не для разработчиков. Шикарно. Печка работает нон-стап.
И энергии даже не думает, энергия заканчивается. Шикардос. Понял, да? Бенс, ого, столько стекла. Как пичка. Сейчас твою ж. Спички мне тратятся, блин, как будто бы. Ладно. Давай, жирка. Так, надо попить. Я говорю, попить, а не выкинуть. О, так, зайчик пошел первый. Первый пошел. Так, будем теперь копить энергию. В смысле, материал. В принципе, что его копить, вот у меня здесь это. И скрафить его, блин, все дела. Плюс еще так фундамент есть, одну стенку. Веревочки не хватает, не проблема. Вот. Так, пошли. Что тут у нас? У нас тут все плохо. Плюс у нас проблемы. Видим одну. Здесь едим, наверное, и вторую. Медицина. Химичка. Ладно, фигня, так, ох, видяшка, замечательно. Уже скоро некуда, вот уже, да, кстати говоря, некуда что ложить. Ладно. Съедим. Съедим и поберем. Так, пошли наполним. Канистру, флягу. Замечательно, шикарно. Сейчас оставим, пускай сварится вода. Что там у нас с нашими растениями? Наверное, все уже. Так, отлично. Все кончилось. Так, семечко у меня там есть, сейчас мы его посадим. Ну, в принципе, это, наверное, никому не интересно смотреть. Вот, так что. На этом я буду заканчивать видео, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.